Путешествие еще не закончилось. Мы опоздали на автобус, так что это влог номер два. Это происшествие не испортит нашего настроения. Горячий шоколад и кушаем пирожные. У нас есть часок, чтобы поспать до 12. Мы сели в автобус и заняли самые крутые места впереди. Мы приехали на поезде, а обратно мы едем на корабле. На автобусе, на паром, и теперь отдыхаем в этом уютном кафе. Впереди нас ждет Лондон. Смотрите, какой красивый Ла-Манш. Мы зашли в магазин Duty Free на корабле. Тут всегда очень много игрушек с Эммом Дэнс. Также крупные чупа-чупсы и все другие. Я бы хотела, чтобы такого размера были печеньки, но это баночка. И мы забрались на самый верхний этаж и смотрим на волны. Тут очень красивый океан. Здесь очень красивое кафе.